Рядом с домом, где раньше жил главный озеленитель города Видное Тимофей Игнатьевич Лемешко, в ближайшие дни появится сквер его имени. Много лет здесь находилась невзрачная, неработающая трансформаторная подстанция. Сейчас территорию облагораживают, чтобы сделать ее местом отдыха для жителей. Мы должны заходить на территории не только общественного пространства, находить такие места у нас в исторической части города Видное, для того, чтобы сделать какие-то зоны для, по большей степени для отдыха, тихие зоны. Глава Ленинского района принял участие в высадке деревьев в будущем сквере. Задача властей – вновь сделать Видное городом-садом. Этот сквер будет носить имя Лемешко, человека, который достоин, чтобы память о нем действительно жила. Улица Лемешко есть, сквер имени Лемешко есть. Так что вот, я считаю, что горожанам это место понравится. Среди высаженных растений – голубые ели, кизильник, боярышник, декоративные розы и яблони. Думаю, яблони здесь высаживаются традиционно, да, потому что эта улица, она в основном была засажена яблонями. А кизильник, он более приживаемый в нашей местности и декоративный, то есть его можно хорошо обстричь, то есть омолаживающие декоративные обрезки очень хорошо подвергаются. Помимо зеленой зоны, здесь будут расположены скамейки и специальный стенд с информацией о жизни Тимофея Лемешко. В течение 10 лет в середине прошлого века под его руководством посадили более 35 тысяч деревьев и 170 тысяч кустарников. Данный проект предусматривал создание некого оазиса на данной улице, для того, чтобы люди могли подойти, прочитать, в честь кого данная улица названа, прийти отдохнуть и провести некоторое время. Желающие внести свою лепту в современное озеленение города смогут это сделать во время традиционной областной акции «Наш лес, посади свое дерево». Она состоится 21 сентября. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.